Всем привет, с вами Аурум, у меня на часах сейчас около часу ночи. Прожимаем лайкос за то, что я не сплю ночами, чтобы помочь Витале сейчас побить рекорд СНГ. Ребят, прямо сейчас прожимайте лайк, подписывайтесь и будем сливать Виталю до нуля кубасов. Давайте, кто не понимает, что происходит. В прошлом сезоне чувак, белорус, которого зовут Витал Шарк, тоже Виталя, поставил рекорд СНГ. 3039 кубасов, 30039 кубасов, и плюс он был топ-1 мира. В этом сезоне Виталя Крайсол решил побить его рекорд, поставить новый рекорд СНГ. Давайте посмотрим, как это у него получается. Он сейчас 4-й в мире, и у него 30039 кубасов. Это как раз-таки тот самый рекорд. Но в этом сезоне все намного потнее, поэтому он занимает 4-е место. Но рекорд мы постараемся побить именно сейчас. Ребят, прожимайте лайк, нажимайте на подписочку, на колокольчик. Ссылку на Виталин канал вы увидите в описании. Ну и, само собой, вы наверняка уже знаете, кто такой Виталя. Ну и давайте погнали. Час ночи. Я надеюсь, я не подведу. Ну и, кстати, давайте позвоним Виталию, чтобы не было скучно. Пусть он нам что-то расскажет, как оно вообще не жить, а сидеть в игре годами. Звоним Витале. Виталя, привет. Привет, Серега. Как дела? Как тебе отлично. Не спать, не жить месяц или, да, сколько, две недели, нормально. Да? Нормально. Хорош, у меня распорядок дня. Вожусь в 4-5 утра, просыпаюсь в час. Хорош. Прям как я в молодости, прям не знаю. Ну что, как ты думаешь, нам подберет кого-то хорошенького? Хорошенького — это типа слабого или сильного? Нет, это слабого, я надеюсь. Я надеюсь, слабого. Я тоже надеюсь. Черт. Не, ну смотри, Витал Шарка в прошлом сезоне я не подвел, и мы затащили прям на изи. С тобой, я надеюсь. Мы играли на 800+, у него 800 на Мортисе было. И шо? Ну, касать плюс, тут подбор гораздо дольше. 800+, там подбору чуть ли не 10 секунд. А на касать плюс может подобрать таких же соперников, как на 800+, но подбор дольше. Так как понял, типа, там есть какое-то время, допустим, 3 минуты дается. Если за это время не найдется топов, то кидать каких-то там рандомов или слабых соперников. Это я так думаю. Так, то ли Виталя нас дурит, то ли он меня пугает, чтобы я сейчас боялся играть. Виталя, ты определись, дуришь меня или... Сейчас попадется топовый мир. Блин, нет, пожалуйста, я не хочу. Так, нашло соперников, что это? Комментируй, Клаус. Это у нас Джин, Кару и Дерю. Не знаю, собранная тема, не собранная. Пик хороший, но, блин, не знаю, эти игроки играют. Так окей, опять Кару. Как-то Кару поджать, да. Так, я убил Дерева, но Дерев убил Тару. А, меня убил Карл, блин, сорянчики. Так. Сорянчики, Карл, но Тара, плохо. Кстати, тоже умерла, так что не единственный я Ярочела. Так. А где Карл? Ага, я вижу. Блин, Карл так. Жесткий, слушай. Ну попробуй как-то, не знаю. Да блин, он опять на ульте меня просто жесть какая-то. Как вы играете на этих кубасах, я не понимаю. Или это я, когда захожу, всегда так начинаем лить. О боже, смотри, что он меня убьют. Тари, наверное, надо было притягивать, короче, не Джина, а Кару. Не знаю, почему Кару. Иди как... А, это стоп, это не ты просто. Ты, короче, стой на фланге, надо на миду стоять. Понял, меня притянули. Просто какая-то жесть вообще. Так, ладно, попробуй как-то, не знаю, поджимать, что ли. Так, окей. Я его подхилю. Слишком жестко вообще, не знаю. Да, сейчас они, походу, 10-й заберут. А-а-а, Виталя, жесть. Какая жесть. Он сейчас слева вылетит. Да-да-да-да-да-да-да, еще тыку. Есть! Есть, хоть, блин, хоть, какая хоть, дичь. Чувак. Просто блин. Дичь. Тут стоп, у него ульта есть, Серег. Тебе сейчас главное просто подойти и поджать. Просто поставить. Вот так эти поджимай, только смотри, сам не умри, Серег. Тяни время, просто тяни время, чтобы они к нам не подошли. Вот иди сюда, Серег, нарез, Серега. Так, убивай. Блин! Тара, тяни. Какой пот, какой пот, держитесь! Уходи, чувак, уходи. Стой, погоди, им надо уходить. Серег, тебе главное сейчас дерево задефать. Иди сюда. Ты погоди. Главное, чтобы сейчас Джин никакой не вытянул. Чтобы ты понимал, Серега, я когда записывал себе катку на видос, вот примерно вот такой же самый камбэк был. Первая катка. Офигеть!
просто не знаю, такие просто не имели... Что это только что было вообще, бан? Он пишет, что у него очень сильно лагало. Фух, я, ребят, просто офигел. Я не знаю, если вы так же офигели, как и я, прям сейчас прожимайте лайк, но это кстати, блин, это был камбэк года. А? Это то покупались, по 13, по 14 тысяч побед 3 на 3. Капец. Виталя, ну чё, поздравляю, 30 тысяч 44 да? кубаса. Но на этом я останавливаться не буду. Ты новый топ СНГ, блин. Тупо топ-1, Виталя. Кто знает слово тупо топ-1? Тупо топ-1, то прожимайте прямо сейчас лайк, капец. Я горд, что я с тобой играю почти на каждом стриме, понимаешь? Yes. Чуваки, вы гордитесь Виталькой? Виталька топ-1 СНГ, капец. Блин, если бы ты еще топ-1 мира занял, вообще было бы жирно. Но это нереально, да, вообще? Ну, у вас там были, короче, ты понял, да? Ну да. Давай в следующем сезоне. Ребят, давайте наберем 1 000 000 лайков под этим видео. Я не знаю, давайте 20 тысяч лайков набираем, и Виталя в следующем сезоне пытается сделать топ-1. Потому что он говорит... Давайте попробуем 1 000 000 подписчиков на моем канале, тогда я попробую. Ребят, перейдите, а что, шутки шутками, перейдите на Виталин канал, подпишитесь. И, короче, если будет жесткий прирост сегодня, он будет... Ты будешь пушить? Давай, сколько подписчиков за день тебе надо? У меня сейчас 106, давай 110 наберется, я подумаю. Ребята, о, челлендж. Нахер видос Аурума, нахер лайки. Сейчас челлендж. У Витали 110 тысяч подписчиков в течение 24 часов с момента, с момента выхода этого ролика. И Виталя, и будем следить, как он сделает топ-1 в следующем сезоне. Он в этом сезоне реально закончит с большим количеством кубасов, потому что, я так понял, ты прошлый сезон погоди, мало... Погоди, да? Ты пока не загоняйся, чтобы ты понимал, вот этот чувак, видишь, что под ним мир, откроешь да. Стоп? Да, видишь? Ну я вижу, конечно, да, я на нем смотрю, да. Когда сказали, что за первое место в следующем сезоне платят 200 евро, он написал, он в следующем сезоне тоже будет пушить. Ну и что? Ничего страшного, у вас расстояние не такое, как было в начале сезона. Это да, кстати, но... Вполне не себе. Знаете, по поводу того, добавить лепец. Так, Виталя, давай не отнекивайся, ты согласен или нет? Что ты вот это опять вот это, я не знаю. Я не знаю, мне надо подумать. А-а-а, все, не подписывайтесь на него, он мамкина нюнька. Ой, да не, ладно... Короче, подписывайтесь, ребят, в любом случае. Но на челлендже он что-то не ведется в прямом эфире. Ладно, давай еще катать, короче, вот. Попробуем. Я говорю, если бы мне бы даже, типа, в этих 4-х хватило спокойно, если бы я был уверен в том, что 2 персонажа добавят в следующем сезоне, я бы без проблем запушил. Хитрит, но... Виталька, хитрит, съезжает, хитрит, юлит. Это Серега мне не говорит, ему, наверное, уже сказали разрабы, что там, когда добавят перса, он не говорит, не говорит. Чтобы я специально запушил в следующем сезоне опять. Ну блин, это же круто, когда мотивация, какая разница, не нужно бояться проиграть, нужно пытаться выиграть и все. Не обязательно, ну проиграешь ты, ничего страшного, ну бывает, но... В смысле проиграешь, это минус 150 часов опять. Ну, я понимаю, ну, ты как бы хочешь подписчиков, нужно херячить, вот. Я с тобой в час ночи сижу тоже, вот, пушу ради видосика, чтобы им показать видосик, а? Говорю, типа, ты говоришь, хочешь подписчиков играть, типа, ты такой говоришь, типа, я с тобой сижу в час ночи ради подписчиков. Ну да, ну я просто ради тех, которые у меня есть, а ты ради будущих, это все нормально. Я ради будущих последние 5 лет снимал, и чё? Все правильно, все так и работает. Ты скажешь, я ради будущих детей последние 5 лет снимал. Я ради будущих детей последние 5 лет кое-что другое делал, вот, ну ладно. Что ты меня вообще провоцируешь в моих видосах? Ребят, залетайте на стримы, вот там он будет меня провоцировать, а сейчас ждем сопов. Окей, давайте каточку, Виталька, давай. Играем опять против Джина. Мы за твои не а реально топ-1 в следующем сезоне. Я не знаю, как вы, пацаны, а я с Виталией не слезу. Переходите к нему в комментарии и пишите «давай не ленись, сука». Ой, можно без так, «сука», так, это что-то не вижу. Погоди, где у них эти тиммейты? Вот он. Старайся как-то поджимать, Серег. Я изи. Смотри, он сейчас меня влетит. Он это сделал. Так, погоди, мне надо отхилиться. Давай, пусть он меня... Иди, короче, на правую сторону. Зайди, да блин, на правую, не на левую. Да иду. Там Дэрил, сейчас от тебя будет херячить. Так, погоди, мне надо Тару отхилить. Опять походу топы попались. Не знаю, опять собранная тима. Так, окей. Там Джин на центре с ультой. Тут Кару. Тут Дэрил где-то, он тупо сидит, короче, выжидает. Да, наша Тара походу до сих пор лагает. Блин, окей. Да, Дэри у меня выжидал.
Так, попробуем как-то поджать, что ли. Не пробуем. Да, конечно, не особо получилось. Черт, кратно. У меня не получилось его подхилить. Сваливай. Да, у них сейчас уже 9-й будет. Там 10-й не за горами. Так, капец, вот что делать? Я просил в кустах в ожидании Дэрила, блин. Офигеть. Блин, меня так. Даже кусты не спасают. Почему? Раньше же Роза была имбой. Ребята, я руиню катку Виталия. Не, ну, тем более мы рекорд уже поставили, тут уже... Ну, рекорд уже есть, поэтому мне уже... Рекорд уже есть, да. Ну, катку хорошо отыграли, тут уже как бы... Так. Блин. Мы играли против таких же самых персонажей. Так, ребят, давай, Виталь, давай, короче, не ломайся. Короче, сколько? 110 тысяч подписчиков, и ты пушишь. Ну, плюс 110, я не уточнил. Нет, ты да. 6 тысяч подписчиков за сутки, и ты пушишь. Топ-1 в следующем сезоне. Да, не... Слушайте, его не мотивирует 6 тысяч подписчиков. Слушай, за 6 тысяч подписчиков и я бы, наверное, топ-1 пушил. Но меня не мотивирует еще 150 часов играть. Вот что. Не мотивирует. Эх, ладно, все. Ну ладно, короче, посмотрим. Я, даже если 6 тысяч подписчиков не подпишется, возможно, запушу. Я такой человек непредсказуемый. Короче, ладно. В любом случае, ребят, в любом случае, Виталий реально большой красавчик. Он поставил, опять же, рекорд СНГ. Плюс еще есть у нас до конца сезона сколько? 9 часов. Я попробую сейчас топ-3 запушить, и на этом, думаю, можно... заканчивать. Окей. Чуть не на майка на косарь взять. Давай мне, короче, скриншотик по твоим сегодняшним играм, и я его вставлю в видосик вот прямо сейчас или после этого видео увидите скриншотик, как далеко Виталий добрался. Мы с ним сейчас отыграли, у него топ-4 места, 30 033 кубаса, ну и поставили вместе рекорд 44, только что слили. Поэтому, короче, зажимаем за него кулачки, я в тебя верю, Виталий, даже если ты сам в себе не веришь, ленишься, съезжаешь, юлишь и прочее дело, но мы-то в тебя верим, поэтому это самое важное. Спасибо. Короче, да. Подписывайтесь на Виталию, ссылка в описании, ну и ждем новостей по обнове. Кстати, чекайте сегодня канал мой вечером. Те, кто досмотрели видео до этого момента, пацаны, это послание именно вам, потому что вы самые топовые. Те, кто смотрят видосы целиком и плюс прожимают колокольчик, самые топовые. Виталий, ты смотришь видос целиком? Да, я, короче, посмотрел видос с Аурума еще до того, как он вышел, прямо сейчас, в пущий момент. Он только что посмотрел. Окей, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Аурум и Виталя. Всем удачи, ребят. Пока.